В республике приступили к уборке хмеля, а первый урожай начали снимать в Ядринском районе. Шишки крупные, это стебли хорошие, чем в прошлом году. Урожай, конечно, в этом году больше, и урожай хорошо уродилось. Шишки какие красивые, смотрите, прям крупные такие. Душа аж радуется. В одном из самых крупных хозяйств республики Ленинская Искра зеленое золото выращивает на 24 гектарах. Урожай в разы лучше, чем в прошлом году, говорят агрономы. А все дело в погоде, идеально подходящей для хмеля. Ни холодно, ни жарко. Вот где мы стоим, это третий год посадки. Хмельники молодые. И сами видите, какой урожай нормальный. Прям вот видно. И шишки здоровые. Ну, погода позволяла в этом году. Для хмеля идеальная погода была. Чтобы эта шишка начала формироваться, обязательно влага нужна. В этом году туманы были. Сборку на хмельнике осуществляют вручную, но от стебля шишки отделяют с помощью хмелеуборочного комбайна. Затем отправляют их на сушку. Реализуют выращенный хмель за пределами Чувашии. Часть идет на экспорт. Всего в республике выращиванием хмеля занимаются 5 хозяйств. Ирина Волкова, Игорь Зверев. Республика.